общем, этой болгарочкой хорошенько поработал. Включаю, пробую. Кстати, я ушел давно от интерсколовской болезни, поломка вот этой включалки, ручки. Напрямую вывел от компьютера включить-выключить. И все. Потому что надоел, я уже покупал один раз, второй раз. Они быстро ломаются, выходят из строя. Поставил простой выключатель. Единственное, себе поставил здесь стрелочку, что при включении обязательно обратить внимание, что он включен. Ни разу не было такого, что я забыл, как бы вот в глаза бьет это напоминание. Выключил, потом в розетку. Прекрасно мягкий звук. Это на шестерочку. Сейчас поставим на единичку. Все хорошо. Продуваете вот эти отверстия. Сюда попадает строительная пыль какая-то. Абразив, если вы работаете с металлом и с такими кругами. Поэтому есть вот эти отверстия для охлаждения. Берете пистолетом или компрессором, продуваете периодически. И все. Хорошая болгарочка, маленькая, невесомая в руке. Собираем назад. Очень удобно придуман механизм рычажка вот этого. Все, видите, плотно все держится. Ключами я не пользуюсь от болгарки. Я считаю, что вот такой способ гораздо эффективней. Нажать на кнопку и зажать от руки. Усилие будет точно такое же, как ключом. Не меньше. Вот так рукой зажали, все. Если до этого интерскол страдал, что зажимается гайка, потом невозможно выкрутить. Интерскол специально продает отдельно вот такие кружки. Видите, интерскол написано. Бумажные, для подкладки под диск, для легкого съема, так скажем, чтобы не закусывало ничего гайки. Пользовался ключом и пользовался вот этими штучками. Потом ключ я убрал, начал руками затягивать, откручивать, выкручивать. Это и быстрее. И вот эти кружки уже не понадобились. Это касаемо интерсколы. Других болгарок это не касается. Вот эти кружки. А интерскол это болячка. Все от руки, все прекрасно держится. И никогда вы не перетянете. И также от руки легко откручивается. Не зажимается, и все прекрасно. Даже профессионал настройки использует этот способ затяжки рукой. Ну вот так вот. Плохое, как говорится, не посоветую. Решил, значит, разобрать, смазать редуктор. Периодически надо делать, чтобы инструмент вас радовал своей работой. Значит, откручиваем защиты, рукоятку и винты. Значит, 3 винта открутились легко, 4-й не хочет откручиваться.
на горячую. Вот видите, открутился винтик. Способ проверенный. Нагреваете алюминий вокруг. Так. Теперь посмотрим, что у нас внутри. Внутри механизм и набита смазочка. По цвету вижу, что набивал немецкую смазку литиевую. Довольно-таки она еще неплохая. Неплохая. А нет, я ошибаюсь. Это шрус. Смазка шрус, который идет для смазывания шрусов автомобиля. В общем-то, я думаю, преждевременно еще ее менять по визуальному осмотру. Но в следующий раз, когда уже буду разбирать, я буду все это дело промывать и по новой набивать. Так, смотрю, шестерни в идеальном состоянии. Шестерни прекрасно. Обслуживайте свой электроинструмент. Тем более на это время не уходит много. Сели 5 минут, разобрали 4 винтика. Забрали новые смазки, закрыли. И все, он прекрасно будет еще долго работать. Просто мы забываем, но раз это выполнять. Вернее, не мы, а кто-то. Всем спасибо, это было обслуживание болгарки Интерскол, канал Майер, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч, пока!